Можно его настроить. Сканирование. Сканирование проходит достаточно быстро. Сканирование прошло. Программы сохранились. Смотрим, как у нас соединяется. Градусов сейчас в Москве, на осадков и ветра нет, давление ACC, чуть ниже нормы 744 провод соединяется с плюс батареи. Если посмотреть, то потребляемый ток 0,87 ампера. Сейчас мы отключаем приемник, и он у нас уходит в стендбай. При этом ток у нас потихоньку будет падать. Все, ток практически упал, почти в ноль. При этом приемник отключился. Теперь мы проверим, сохранились ли у нас программы. От 7 миллионов рублей. 4, вот 5, я контакт 5, замкнул. Ток. Ток остался в норме. Программы все сохранились. Программы все сохранились. Сейчас проверим камеру заднего вида. Камера у нас подсоединяется с помощью разъема. Сигнал от заднего фонаря плюс 12 приходит на провод коричневый бэк. Этот сигнал берется от плюса заднего фонаря. Также камера питает свои светодиоды. Все это земля и плюс. Теперь посмотрим, если я замкну, у нас камера должна включиться. Вот, камера включилась, светодиоды зажглись. Теперь я отключил, приемник вернулся и показывает принимаемую станцию. Еще раз. Камера заднего вида. Отключил, она отключилась и перешла в нормальный режим работы. А сейчас посмотрим, как можно запрограммировать кнопки вот такого типа. С кнопками идет блок управления. Он работает по радиоканалу. 4 провода, 1 антенна. ACC соединяем с ACC приемника. ГНД на корпус кузов. K1 соединяется с K1, K2 соединяется с K2. Далее, он уже в работе. Кнопки идут уже с батарейками. 2032 SR. Настраивается очень просто. Входим в настройки. Настройки автомобиля. Управление на руле. Если нажать ОК, происходит сброс предыдущих настроек. Нужно зажать, допустим, плюс увеличение громкости и нажать кнопочку уменьшение громкости и нажать кнопочку соответствующую. Отключение звука и отключение звука. Допустим, мы это сделали, выходим на главную панель и выходим на приемник. Нажимаем громкость. Прибавляется громкость. Уменьшается громкость. Все работает. И отключить звук. Повторное включить звук. Все это работает.